Мозырский пограничный отряд информирует о проведении боевых стрельб. С 15 по 31 марта с 9 утра до 8 вечера на стрельбище Добрынь, район населенных пунктов Добрынь, Роза, Люксембург, Галжин, Демидов, а также 15, 18, 19 и с 22 по 26 марта с 9 утра до 8 вечера на стрельбище Прудок, район населенных пунктов Прудок, Слобода, Костюковичи. В целях избежания несчастных случаев население просит не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.